Всем приветики. Сегодня я был у стоматолога, и мне подпилили зубки и пломбу наложили. И она мне такое сказала, я даже не ожидал, что у меня довольно-таки хорошие зубы, что редко у кого такие хорошие зубы бывают. Вот они мои зубки. Вот. Так это вроде беленькие. Вот. Хотя где-то он и желтенькие, но она сказала, что нехорошие. Хотя вот если глянуть... Видна чернота в некоторых местах. Вот. Но она сказала, что эта чернота типа не страшна, вся вот эта вот, то черточки маленькие вот эти. Что это типа из-за того, что я плохо чищу зубы. А кариес у меня был вот тут. А этот... Вот как здесь такая коричневая, так и здесь... Так и здесь было такое же, только темнее. И она это высверлила и наложила пломбу. И смотришь, кажется, что никакой пломбы нету. Получается, она высверливает, налаживает какую-то пасту, потом светит на нее, это фотопломба получается, оно застывает, и она это застывшее подпиливает, и все. И кажется, что так и было. А здесь это я было черное, и мне высверляли. Вот как тут. Коричневое, а здесь было черное. Вот. Так что да, такие вот зубки. Вот так. Еще здесь надо делать, вот тут. И еще вот эти зубы. У меня были здесь черные. И тут черные. Она их подпилила, и теперь беленькие стали. Ну вот, и в целом красивенько выглядит. Так что, вот, я даже не ожидал, что он мне такое скажет, что у меня хорошие зубки. Я думал, что это что они там желтенькие, а эти черные полосочки тоже не очень. Она сказала, все хорошо, просто надо лучше чистить зубы. Типа вот, моя проблема в том, что я плохо чищу зубы. То есть я как-то мало, чуть-чуть их почистил, и все. Она говорит, нужно дольше чистить, чтобы вообще весь налет стереть. Потому что вот то, что у меня здесь вот почернело... И весь. И то, что она мне убирала, это как раз-таки от того, что я плохо чищу зубы. Остается на зубах вот налет, потом он темнеет, и в итоге становится камнем таким. И этот камень нужно потом у пародонтолога убирать. А она мне сама убрала. Хотя я должен был к пародонтологу пойти, но она мне убрала сама, хотя она стоматолог. Вот. Она их подпилила как бы. Вот, получается, нужно дольше чистить, и говорит, что зубы были гладенькие. То есть вот... Трогаешь, чтобы они были гладенькие. Вот. Ну и от себя могу добавить, ну, если она говорит, что у меня хорошие зубы, как я этого добился. Получается, после еды полоскаю рот, ну, то есть прихожу, после еды смотрю в зеркало, у меня тут, допустим, торчит кусок мяса там, или здесь что-то. То полоскаешь рот просто водой так выплюнешь, и оно как раз-таки выполаскивается, большая часть. Вот после каждой еды просто водой рот пополоскал, все. А на ночь чищу зубы и полоскаю рот, чтобы все эти 7-8-9-10 часов, пока ты спишь, у тебя зубы были чистенькие, а микробы не размножались тут. Плюс после чистки еще нити обязательно прохожусь, потому что зубная щетка снимает сверху и здесь вот между зубов. Ну как между зубов? Вот здесь сверху между зубов. А там именно между самими зубами туда щетка не долазит. Это как раз таки нить зубная, она туда заходит и это все убирает. И вот всегда, даже вот когда я почищу зубы, всегда вот из этих вот, отсюда и отсюда что-то достается.
То есть отсюда какой-то кусочек еды может достаться маленький-маленький, отсюда, а бывают и большие достаются. Вот. Короче, из последних зубов это отсюда, 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 отсюда достается. Так же и тут. Именно поэтому надо нить. Потому что зубная паста почистит, но не все. И как раз таки нить убирает. Так что, да, пользуйтесь, на ночь чистите зубы, пользуйтесь нитью, после еды полоскайте, и после сладкого обязательно тоже запейте чем-нибудь. Не то, что там съели шоколадку и ходите. После шоколадки попейте чая, воды попейте, рот пополоскайте. И все, именно после сладкого, потому что сладкое тоже разрушает. Но в целом, да. Там детали, конечно, у него желтые, вот. Но в целом нормально беленькие. Тут вообще красивые стали. Тут. Были черные там, с той стороны стали беленькие, она не почистила. Вот так. Так что берегите зубки, чистите их, полоскайте ротик. И после сладкого что-то запивайте. Вот. Ну а на этом все. Всем покедова.